Здравствуйте, меня зовут Аня Симонова. Я хожу в самый лучший детский садик. И сейчас хочу познакомить вас с ним. Называется наш детский сад «Колокольчик». Как маленький, хрупкий, полевой цветочек. Посмотрите, как у нас все красиво. В нашем саду 4 группы, название которых отражается все то, что нужно цветочку для жизни. И называются они так: капелька, радуга, солнышко, пчелка. Я хожу в группу радуга. Моя подруга Ира Шакурова стала победителем всероссийского конкурса прикладного искусства «Пасхальное яйцо». Когда я рисовала, я думала о природе, о нашем городе Ивантеевке и о светлой Пасхе. А это группа «Солнышко». Воспитатель у них непростой. Наталья Николаевна стала победителем городского конкурса «Педагог года 2015». И сейчас участвует в областном конкурсе. Все воспитатели и родители стараются сделать все, чтобы тебе, Анечка, и твоим друзьям жилось в детском саду хорошо и весело. Чтобы каждый день ты узнавала что-то новое и интересное. Чтобы, если есть мечта, она исполнялась. И исполнялась она в виде проекта. Для своего любимого дедушки мы вместе с папой делали оловянного солдатика. Интересно? Круглый год мы не сидим без дела. Мы рисуем и поем. Принимаем участие во всех конкурсах и соревнованиях. А в старшей группе «Капелька» снимают настоящие мультфильмы. Пчелка, малыши осваивают интерактивную доску. Был конкурс новогодних поделок в детском саду, и Мария Анатольевна предложила нам поучаствовать в проекте. Сделали мы с доченькой презентацию, винтажную коробочку в стиле декупаж. Наши повара готовят самые вкусные в мире оладушки и котлетки. А добавки можно? А мы с каждым днем растем все выше и выше. Наша медсестра Мария Олеговна измеряет нам рост и вес. Оп, бросилась курочка к корове. После игры на прогулке и вкусного обеда хочется полежать, поспать. Нам всегда перед сном читает сказки воспитатель. Вечерами мы занимаемся фитнесом, танцами, риторикой, рисуем песком. Не только мне нравится наш детский сад, но и всем нашим ребятам. Порой не хочется уходить домой, даже когда за мной пришла мама. Для нас этот детский сад самый лучший, и он действительно наш детский сад. По-другому назвать его просто нельзя.